Флигель Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева после реставрации будет функционировать по прямому профилю. То есть в нем будут либо работать, либо учиться врачи. Об этом заявила главврач Карине Конюхова в эфире программы «Тема дня». Напомним, что речь идет об угловом одноэтажном деревянном здании. Оно было построено в последней четверти XIX века одновременно со всем комплексом больничного городка. В советское и постсоветское время постройка принадлежала медицинским структурам и использовалась в разных целях. В текущем году в здании началась долгожданная реставрация по проекту известного архитектора-реставратора Ольги Петрочининой. В данный момент с фасадов снят тес, которым были обшиты бревна. Они, по словам специалистов, находятся в отличном состоянии. По завершении всех работ флигель будет неотъемлемой частью центра имени Аваева. Причем внутренние объемы здания позволят сделать его многофункциональным. Там планировки уже давно нет. Там в советское время ее меняли. И там же, вы знаете, был и музей истории медицины, и библиотека обком медицинских работников, и хозяйственная служба. Главное – сохранение внешнего облика. Мы можем там и планируем там делать подразделение Центра амбулаторной онкологической помощи, где будет химиотерапия. А в случае необходимости мы можем там организовать учебные комнаты. То есть будет действующее жилое здание, не музей какой-то застывший во времени? Нет, конечно.